вот и Гиперекс. О, боже, да. Вот эта машина. Вот эта машина. Пожалуйста, ребятки, только не убивайте меня. Я вас умоляю. Я вас люблю всех. Посмотри, насколько Гиперекс... Сука, простите меня за это слово. Насколько он огромен. Фух. Такс. Мне кажется, сейчас мне тут наваляют нахрен. Ох, как мне это все не нравится-то. Ох, как мне не нравится-то. Где Карна-то? Где Карна-то? Где Гиперкарнач-то? Это простые Карна? Ладно, они меня не... Ух ты, вот эта машина! Вот эта машина, да. И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и сегодня у нас The Isle. Я думаю, многие из вас наслышаны, что в игре The Isle, а конкретно на китайских, японских серверах, бродят по карте Таньява, Гиперрексы, Гиперкарна и Гипергиги. Посмотри, насколько они прекрасны. Так вот, мой подписчик, хороший друг и товарищ, подсказал мне, как найти их. И, ну, вообще, каких правил придерживаться, чтобы меня не убили. О дальнейшем, ну, короче, об этих правилах я вам позже все расскажу, покажу и объясню. В общем, для начала, конечно, самое главное выбирать Ютараптора. Давайте выбираем Ютараптора, возьмем какой-нибудь ему самый темный цвет. Текс. Примерно так. И да, вот такая... Такая юта вот нам сгодится, в принципе, отлично. Я не знаю, сколько займет процесс вообще съемок и процесс брождения по карте Таньява. Я вообще, честно сказать, с картой Таньява не знаком. Но, насколько я знаю, здесь, короче говоря, вообще местность такая, знаете, очень лесистая, густая. И если у меня сейчас будет скакать пинг здесь, не обращая внимания. Вот. Так, ладно. Короче, давайте походим, поищем кого-нибудь, что-нибудь вообще. И почему-то у меня Юта здесь даже не нюхает. Вот это классно. О, начала нюхать. Да, все-таки пинг сказывается. Так, найти какое-нибудь озеро или еще что-нибудь. Пока что. Кстати, вот, возможно, на каком-нибудь озере сидят эти Гиперрекс, там, не знаю, Гипергиги. Карнычи рогатые. Я думаю, почаще стоит кричать. Давайте слезем с этого холма. Так, ну, друзья, давайте открою вам секрет на этих серверах. Кстати, спасибо огромное Хоши Вита за подсказку. Ну, в общем, смотрите, почему я выбрал именно Юту и как вообще выживать в этом мире. То есть, когда вы заходите на сервер, лучше выбирать таких динозавров, как Юта, либо Карна. Гипердинозавры, и которые недоступны, стараются не трогать джувиков и динозавров среднего размера. Например, Дилку, Карна, Юту, Гереру, Австра, Церу, Алла. Трогают фулрексов, гик и травов такого же размера. Лучше не брать травов среднего размера. Их здесь косят хищи среднего размера. Лучше не брать дилку. Дилок здесь вообще не любят юты и сразу их убивают. Если увидели бежащую юту в вашу сторону, то беги в лес и бегай так, чтобы тебя она не нашла там. Здесь юты как уборщики, они чистят место от половины джувов. Просто из-за них проседает FPS, поэтому... Не бомбите, если вас убили с ростом 90-100%. Главный админ иногда здесь гнездит за гиперспина, гипергигу, гиперкарна и гиперпситако. А вот. Недоступных динозавров также можно купить у них на сайте. Например, по-моему, гиперрекс стоит около $10. Да. Это тебе не на наших серверах. Я бы даже сказал сейчас за копейки покупать динозавров. Вот. Ну, вот примерно, ребята, вот такая информация.
Так, ну мне надо что-нибудь найти пожрать, мне надо что-нибудь найти. Я слышу, где-то здесь у нас бегает Ава. О, вот это крик! Слушай, у меня даже ладошки уже вспотели. О, где же ты? Где же ты? Покажись, красавец! Ох, вот это ошеломляющий крик, боже! Да, конечно, здесь быстрее, я не знаю. С таким пингом быстрее сдохнешь от голода, чем нежели ты кого-нибудь поймаешь и съешь. Я за Авой пытался минут, наверное, 10 бегать, но меня постоянно откидывало назад. Это трэш. Ну где же ты, монстр? Текс, текс, текс. По-моему, я кого-то увидел на холме. Не уверен, что там идет гиперрекс, либо гипергига. Пока непонятно. Сейчас я подойду поближе, но мне кажется, мне сейчас будет смерть. Интересно, мои поиски долго будут продолжаться? Подожди. Да, по-моему, это обычная гига. Кто там бежит? Тамора, что ли, за мной гонится? Здорово. Слушай, ну да, по-моему, это обычная гига, и мне сейчас будет хана. Да ёшки-матрёшки, как меня бесят здесь вот эти горы все, блин. Я уже ненавижу эту карту. Да, это обычная гига. Блин, мои поиски не оправдали моих ожиданий. Стой. А, это Пуэрт там ходит. Я уж-то было. Да, это обычная гига. Здрасте. Здрасте. Ладно, короче, пойдем дальше. Я-то думал. Слушай, а может эта гига ждет, пока сюда придет какая-нибудь гипергига? Не уверен, конечно, но... Оу, еще. Стой, стой, стой. Это у нас сабик, что ли? Сабгига. Здорово. Все, хана. Нет. Здорово. Я пошел, да. Тусите здесь, короче. Все, пошел я дальше искать. Так, короче, ребят, меня убили те гиги. Они там собрались в тройное пати, вот. Я полакомился орой, и в итоге, короче, эти уроды напали на меня с спины. Вот, ладно, короче, продолжаем наши поиски. Я тут уже, кстати, вышел к какому-то озеру, не знаю. Тут зухичи где-то орут, я слышу. Так, может быть, пройтись вдоль этой реки? Да, давай сейчас поднимемся повыше, посмотрим. Но криков каких-то более устрашающих я пока не слышал. Фух, такс, ну что ж тут происходит-то у нас? В общем, скажу так. Там у нас Рекс, что ли? А, нет, Аллозавр, по-моему. Ладно, хорошо, я надеюсь, он меня не тронет. А вот и, пожалуйста, и здрасте, Гиперкарна. Гиперкарна плюс два Рекса у нас там сидят. На горе две Юты, Пуэра ходит. Как замечательно. Фух, вы не представляете, сколько мне понадобилось времени, чтобы найти всех этих красавцев. А вот и Гиперрекс. О, боже, да. Вот эта машина. Вот эта машина. Пожалуйста, ребятки, только не убивайте меня. Я вас умоляю. Я вас люблю всех. Посмотри, насколько Гиперрекс. Сука, простите меня за это слово. Насколько он огромен. Фух. Такс, мне кажется, сейчас мне тут наваляют нахрен. Ох, как мне это все не нравится-то. Ох, как мне не нравится-то. Где Карна-то? Где Карна-то? Где Гиперкарнич-то? Это простые Карна? Ладно, они меня не... Ух ты, вот эта машина, да. Я успел селфнуться, я успел селфнуться. Смотри, Рекс бежит тоже сделать селфи, боже, хочет быть первым. Где ты, где ты, где ты? О, Рекс, пожалуйста, не убивай меня. Так, второе селфи. Yes. О, вот это мощь. Блин, ребят, честно скажу, я не знаю, сколько ХП
вообще у этих здоровых машин для убийства. Посмотри, блин, у меня пинг просаживается просто конкретно. Я прям в наглую, просто в наглую пробегу. Я хочу посмотреть еще раз на Гиперрекса. Ну куда ты пошел, блин? Вернись. Твою мать за ногу налево. Вот это было весело. Так, а тут вообще мочилово, смотрю, конкретно серьезное такое проходит. А куда убежал Гиперкарн-то? Ё-моё, только придешь к самому интересному и на тебе здрасте. Ну ладно, хрен с ним, дай пожру хоть что ли. Ага, Рекс атакует, короче, этого, Пуэрто. Так, малыша не трогайте, пожалуйста. Малыша не трогайте. Я в куске мяса прям засяду, спрячусь. Блин, мне не хватает еще, я хочу еще сделать селфи. Ты представляешь, насколько идеальны эти машины для убийства? Вот, во, стой, вернулся. Гиперкарный, по-моему, сейчас будет файт между Гиперкарной и Рексом. Ну-ка, стой. А я и думаю, почему здесь столько кусков мяса? А у них здесь файты проходят, мать его. Слушай, я думаю, наверное, нужно задержаться здесь. Я пока, наверное, посижу здесь где-нибудь на холме. Да. Блин, зараза, стрёмно мне. Надо залезть куда-нибудь повыше. Да с этим пингом тут хрен куда ты запрыгнешь, залезешь вообще. Непонятно. Ну, по крайней мере, я теперь знаю место тусника, где все тусят гиперы. Это уже хорошо. Так, ну так как я здесь маленький джуф, меня поэтому и не трогают. Хоть есть чем подпитаться тухлым куском мяса. Мне интересно, вернется ли Гиперкарна. Ну вообще я видел, что Гиперкарна, по-моему, вышел с сервера. Вот, а вернется ли сюда Гиперрекс? Еще бы дождаться Гиперспина, вообще, слушай, будет прикольно. О, здорово, Шанта. Чё вас тут вот так много? Чё, всем интересно, да? И все пришли на гиперов посмотреть? Ха-ха. Ну ладно, я вам разрешаю, мать ваша. Эйк, экс. У нас там кары бегают. Чё ты делаешь? Я тебе чё сделал? Не, слушай, надо, короче, куда-нибудь сваливать нахрен отсюда, по крайней мере... По крайней мере, у меня теперь есть свое селфи, блин, с гипером, да. Слушай, идеально. Идеальная мощь, наверное, скорее всего. Смотри, там кто-то в чате пишет, я дрался, типа, с Гиперрексом, я горжусь этим. Да, представляю. Эти дяденьки дают жару. О, вторая пуэра вышла. Ну давай, я пока немножко тоже потусую здесь, наверное, посижу все-таки, дождусь, пока кто-нибудь придет. Я могу, по-моему, уже сделать гроф, но я этого делать не буду. Да, иначе меня сразу же копнут. О, да, здесь полигон смерти, мать его. Погоди, стой, пойду-ка я, наверное, воды немножко хлебану. Шанта. Шанта, иди отсюда, сейчас ты превратишься, блин, в каркас. О, по-моему, это гиперспина. Крик гиперспина был. 100% реально. Так, ладно, сейчас я пойду попью, а потом вернусь. Да, блин, здесь реально полигон смерти. И наверное, знаете, из-за времени ожидания, когда сюда придет какой-нибудь гипер, тут, короче, братва занимается всякой хиромантией, короче, файт между собой, добывают мясо и все прочее. Да, вот Шант вообще здесь, конечно, неуместно заперся. Это, ну, вообще не вариант ему здесь как бы быть. Вот про что я и говорил. Юта, лучше не расти здесь. Адолт Юты, лучше оставаться джуум, как я, по крайней мере. Ну и не в счет идут эти гиги, которые меня убили там в начале. Да, но это было здорово, слушай. Сука, я сделал это. Вы не представляете, как у меня потели ладошки, когда я бежал сюда и услышал их не крики резкие. Я их увидел. Да, ну, конечно, с пингом хреново с таким здесь играть. Вот. Все скачет, все прыгает. Я даже не успевал сделать нормальное селфи. А вот. Короче говоря. О, ё-моё, тут полигон.
Слушай, они что, мясо добывают для... Ей! Ей, не надо на меня скакать-то прыгать-то, слушай. Не-не-не-не-не-не-не. Нифига себе, он хотел меня затоптать. Реально, полигон смерти тут, короче говоря. Они добывают мясо, наверное, для гиперкарна, гипер каких-то вот этих всех. Гипердинозавров. Хрен поймешь. Вот. Ну, не знаю, я, наверное, сейчас еще немножко пока подожду. Может, кто из гиперов сюда придет? Хер его знает. Вот. Ну, а если тебе понравилось, обязательно поставь пальчик вверх. Нажми колокольчик. Дабы не пропускать наши новые видосики. Ребят. Всем пока-пока.